Сегодня мы в 35-й раз празднуем день рождения нашей школы. Восторженные взгляды и радость встречи. Зал полон гостей. Здесь собрались учителя, учащиеся и выпускники разных лет школы номер 4. Выпускница Марина Дмитриева окончила учебу почти 30 лет назад. За эти годы со своими школьными друзьями и учителями почти не виделась. Первое впечатление – это снова школа и посидеть за партой, когда мы до этого встретились сейчас с одноклассницами. И возвращаемся в ту пору и вспоминаем все это. Просто как будто много лет назад. Нашим классным руководителем была Калашникова Викторина Викторовна. Сегодня ее с нами нет, к сожалению. Это человек, который очень много дал нам в нашей жизни. И мы очень сегодня были расстроены, что она не присутствует здесь. У многих дружба со школьной скамьи остается на всю жизнь. Дмитрий Вашенков окончил школу больше 10 лет назад, а со своими одноклассниками видится часто. И из школьного прошлого у него остались только самые теплые воспоминания. У нас очень дружный класс был. Учителя все относились очень хорошо. По знаниям, конечно, разница была фактически, да, то есть каждый человек по-своему устроен. А так, теплые отношения, никогда скандалов, ссор не было. Так, детские игры какие-то, если возникали, там, грубо говоря, шалили, мы молодые были. История 4-й школы – это история длиной в 35 лет. Впервые школа открыла свои двери в далеком 78-м году. Школа достаточно стабильно развивалась. Если она, скажем, когда открылась, это была школа, действительно, эту новостройку ждали очень, очень сильно. И учились ребята в две смены. В школе было больше 1500 как бы, детей. На сегодняшний день нас чуть меньше, нас половина, около 700 человек. Но несмотря на это, то все традиции школы, которые были, они сохранены. Хорошей традицией стало и то, что каждый год 4-я школа выпускает серебряных и золотых медалистов. И все же самая главная традиция – это то, что бывшие ученики любят и помнят своих учителей и родную школу. Аншлаг на юбилейном концерте – тому бесспорное доказательство. Ксения Иноземцева, Влад Черноусов, Интера ТВ.